Существует такая поговорка: Горбатов могила исправит. Она очень актуальна. Для кого? Ну, для федеральных банков, которые банками не являются. Для федеральной сети Эльдорадо. Я недавно, а точнее, практически уж год назад, хотел их так оттянуть. Знаете, за что? За то, что когда рекламируешь, за базар отвечать надо. Ну и что приключилось-то, собственно говоря? А все обещали. А вот кредит, а товар до 200 тысяч. В итоге я трижды сидел, меня трижды фотографировали, так и сяк. И в итоге я ничего не получил. Но зная, что сейчас на рынок вышел банк Мечел Банк, я, наверное, знаю, как решить все свои проблемы и купить себе товар такого, который мне нужен, аж на 250 тысяч рублей. Теперь дальше. Это уже про банк «Русский стандарт». Не так давно, опять же, супруге моей исполнилось 30 лет. Ну, она, конечно, выглядит на 16, и поэтому срочно необходим был подарок подобающий. Подобающий подарок вытянул примерно на 60 тысяч рублей. Опять «Русский стандарт». Да чтоб меня! Вот я тоже трижды бомбьюсь об одну и ту же закрытую дверь. И в итоге попал на 40%. И опять же, если бы я знал, что сейчас Мечел Банк до 100 тысяч выдает под один документ, да сроду бы я не попадал на такие бабки. Ну как, перечислил я вам все свои ошибки? Вы себя где-то и в чем-то узнали? Если да, то делайте определенные выводы. И сотрудничайте только с местными банками. Вообще это называется серпом по колосу или танцы на любимых мозолях, которые 90% жителей города Магнитогорска надоели до чертиков. Почему такое смелое утверждение? Да потому что, и не надо лукавить, каждый хоть раз покупал сотовый телефон, а затем отправлял его путешествовать блинчиком по асфальту. Если кто-то избежал этой участи, искренне рад. Что касается Мечел Банка, то история моих тесных с ним отношений началась 5 лет назад и имеет все перспективы улучшаться и укрепляться. А зная нововведение в виде доступного экспресс-кредитования, да на карточку международного визовского образца тем более. Конечно, в общем, в России ситуация с выдачей кредита усложнилась. И во многом в этом виноваты банки залетные и непостоянные. Дело в том, что они, взяв единовременную комиссию, могут настолько же единовременно испариться, либо переложив груз кредитных платежей с дивными комиссиями и услугами на плечи заемщика, сделать хорошую мину при плохой типа вашей вине. Ведь счастливо получив кредит, вы условия не читаете. Мечел Банк, работая честно и открыто, во-первых, имеет стабильную репутацию надежного банка, во-вторых, максимально доступно и авторитетно подходит к вопросу экспресс-кредитования. Все пугаются, потому что в некоторых случаях экспресс-кредитование – это экспресс-подсадка людей на большие проценты. В ваших условиях это что? В наших условиях экспресс-кредиты – это срочная помощь клиенту. Бывают такие ситуации, когда клиенту нужны деньги прямо сейчас. Это свадьба, это разные жизненные обстоятельства. И мы приходим на помощь и выдаем деньги быстро. Насколько быстро и какие вообще сложности возникают? Ну, чтобы человек не путался, чтобы знал, имеет ли он возможность получить кредит спокойно у вас. Значит, в течение, как приходит клиент с документами, в течение дня происходит оформление. Через день после оформления клиент снимает деньги. Для оформления на сумму до 100 тысяч ему требуется паспорт и второй документ, удостоверяющий личность. По документам, в общем-то, все. Если сумма больше, там может потребоваться справка о зарплате, может потребоваться копия трудовой книжки, значит, ну, на отдельных схемах также требуется залог. Я вот только что, пока заходил, видел удивленное лицо человека, который для 100 тысяч раньше собирал НДФЛ, ему нужна была копия трудовой книжки. Сейчас что, такого нету? Сейчас такого нету. Буквально с 15 апреля у нас обновление условий. И на 100 тысяч теперь мы оформляем без справок о зарплате. А 100 тысяч – это уже и холодильник, и стиральная машина, и очень хороший подарок на свадьбу, и хороший отдых, и все. И все это доступно было на пластиковую карточку. Карточку международного образца «Виза». Да, «Виза Электрон», карточка международного образца, она принимается во всех банкоматах с надписью «Виза» по всему миру. Вы можете пользоваться ей, не задумываясь о том, есть у нас там филиалы, нет у нас там филиалы. Если есть банкоматы, в них можно снимать по нашей карточке деньги. И, наверное, мы потихоньку приходим к тому, что в магазинах не надо выстраиваться в очереди, сидеть и унижаться перед менеджерами, которые оформляют кредит. Достаточно прийти в наш любимый Мечел Банк, получить деньги. А если это сделано не в первый раз, получить много денег
и купить все, пожалуйста, за наличный расчет. Да, конечно, карточка – это намного более мобильное решение, чем кредитование в магазине. В магазине вы берете конкретный товар, и вы уже заносите как заемщик, и вы уже больше взять, пожалуй, и не можете. Карточку вы решаете сами. Вы можете на одну и ту же сумму взять несколько покупок. Можете потратить их часть на те цели, часть на другие цели. То есть вы этими деньгами распоряжаетесь полностью. Это не целевой кредит. Клиент берет деньги и решает, что с ними делать сам. Кто же может ощутить поддержку Mitchell-банка в трудную минуту, которая может наступить после посещения вашей второй половиной подружки с навязчивой мыслью о такой недорогой, коротенькой норковой шубке? Что, опять по печени или отдых? Хорошо, подсластим пилюлю. Апгрейд вашего железного коня на более совершенный с доплатой всего 250 тысяч. И это возможно с Mitchell-банком. И не зря я ввел карманно-спасительные беседы на фоне двух филиалов, один из которых располагается по проспекту Ленина, 82, практически на границе Правобережного и Ленинского районов, а другой в торговом центре «Эксперт», что на улице Завинягина. Просто здесь для удобства вас, потенциальных клиентов, также возможно оформление экспресс-кредита и погашение его через кассы. Ну и в завершении еще одна поговорка. Повторение – мать учения. Раз мы говорим об учении, то повторение неизбежно. Так повторяя наши ошибки. То есть помните, да, всякие разнообразные кредиты, куда платить непонятно. Пришло вам письмо или не пришло, и в итоге вы попадаете на какие-то штрафные санкции. Или приезжаете в один из чудо-банков, где в этом чудо-банке работает только один банкомат по приему наличных средств. Mitchell-банк пошел по другому пути развития, и сейчас это аж три точки, где вы можете спокойно рассчитаться за свой кредит или положить на вашу чудо-карточку Visa и еще денежков, чтобы жить и не заботиться, и ездить, и путешествовать, и наслаждаться жизнью вместе с Mitchell-банком.